Снова здравствуйте, дорогие друзья. Сейчас нам придется улепетывать с вами карлик в свитере. Короче, дело плохи. У меня кончились патроны для дробовика. Ну, кто бы мог подумать, что до такого... Что до такого дойдет. Я-то думал, что их у меня много. А оказалось, что у меня их мало. Как ни странно. А это оказалось странно. А, отвалите. Фух. Есть. Я наконец-то выбрался отсюда. Фух. О, думаю, в новом районе. Круто. Так, сначала карта. Опа. Так, посмотрим, что тут у нас есть. Ага. Улица Бахмана. О, улица Сэндфорда. Да, помним, батенька, помним. Крейг. Это может быть кто угодно. Вивер! Улица Вивер! Круто! Даже всеми любимую Сигурни Вивер не обошли в этой игре. Если кто-то не понял, то это... То она играла Эллен Рипли в фильмах «Чужой». Кстати, рекомендую посмотреть. Особенно первые два. Так, ого. Вот это то, что надо. У нас с патронами вообще дефицит. Так. Ладно, посмотрим. Итак, а теперь внимание, сюжетный поворот. Если вы хотите получить хорошие... концовки, то тогда вам нужно, то тогда смотрите, что будет дальше. Если же вы не хотите, чтобы у вас были хорошие концовки, то вы можете просто пробежать, проигнорировать вот этот район и сразу побежать вот по этой улице на запад. Видите ли, дело в том, что вот в этом баре, баре Энни, там сейчас Кауфман дерется с монстром. И если я туда зайду, то я как бы убью монстра и тем самым спасу этого чувака. Ну и он, разумеется... А у него есть такая скляночка, которая... которая как бы... Ну как вам сказать-то? С помощью которой и зарабатываются хорошие... концовки. Ну да, не будем ходить вокруг да около, давайте сразу туда побежим. Так, ага, вот оно. Оба-на. Ай, сука. Сука. Заколебал. Фух. Да, тяжко мне без дробовика. Annie's Bar.
Опа. Держись, Джимен, я спасу тебя. Ух ты. Это еще что за тварь такая? Хуяк с ноги. Ты в порядке? Да, наверное. Но я подавлен. Ну так, ты нашел выход отсюда? Нет, пока что нет. Ну а ты? Неа. Но я собираюсь его найти. Это сумасшествие не должно длиться вечно. Военные должны прибыть в любое время. Если они сюда прибудут, мы освободимся. Надеюсь. Но я пошел. Я не могу тратить время, махая пушкой и стоя здесь. Ты знаешь девочку, которую зовут Алеса? Нет. Так, вы только посмотрите, да это же его кошелечек. Так, Кауфман, наверное, обронил это. Похоже, что там полно всякой всячины. Кауфман Ки. Круто дело. Вау, да тут даже целых два волокордина. Сразу видно, хозяйка заботится о своих подопечных. Ладно. В общем, у нас есть чек. Где он? Вот. О, вот он. Так, 0473. Индийский бегун. Так, значит, теперь идем к магазину «Индийский бегун». Так, а кстати, где он вообще? А, я совсем даже не в ту сторону бегу. Дурак. А, пошел ты нахуй. Отлично. Эх, твою же мать. Фух. Так, что у нас? Ага. Теперь ясно, откуда взята головоломка в край эфира. Нет, стоп. А что там вообще написано-то на этом? 0473. Я перепутал, сука. Есть. Так, ну здесь, к счастью, никого нет. Интересно, что такое тут валяется? Понятия не имею. Есть! Еще одна пачка патронов. То, что надо. Так, что у нас в кассе? Август 20-го. Он пришел. Я отдал посылку этой странной женщине. 12 сентября. Он показался у Нормана тоже. Не хочу волноваться, но похоже,
Кажется, я напуган всем, что случилось. Я все еще живу в городе, но я боюсь, что случится, если я сделаю. Норманс Гран Опенин. Так вот, что это за Норман? Так. Три батона хлеба. Три упаковки молока, две дюжины яиц. Доставить к черному входу в 8 часов утра. Код на черном ходе 0886. Норман Янг. Что ж, в таком случае. Фух. Нам больше нечего тут. Короче, в общем, на этом заканчиваю я свою серию. С вами был Карлик в свитере. Мы еще встретимся.